Не, нихуя. То есть, просто тоже бывает, что... Ну как такое вообще возможно? Сколько процентов шанс, что вылезет истинная нома, блядь, если он 13 раз подряд может не вылазить? Это, блядь, на момент, если чё, нахуй, почти 10 часов игры, нахуй. Если убивать по КД, блядь, без... не ждать никого. Почему? Такого, блядь, не должно быть. Да так, блядь, вот. Это просто слишком долго. Ну, алё, чё ты бежишь-то сюда? Турин, долгий парик. Блядь, но всё равно я его ловлю. Как-то вот так встать, что ли? Надо этого ждать. Просто хочу еще раз показать, просто они стоят, вертятся, я понимаю все это. Сейчас, кстати, посмотрим, как раз снова убьем, потом пойдем на драку, я, наверное, закончу видео. Что на драконе вам нехуй показывать. Может, в принципе, с другой стороны его пробовать, к нему забежать. Может, тогда мне что-то выйдет. То есть, ну вообще, син как класс, то есть, начинаешь нового персонажа, да? Крутишь свою обычную ротацию, у тебя просто банально на ней же кончается цель. Это вообще как, блядь? С учетом того, что, блядь, четверка тебе должна восстанавливаться. Но она не восстанавливается. О, тот появился. Тот череп, который нам нужен. Там где-то вот с этой области, да? Нет. Братан, только не умирай от яда. Пожалуйста, я тебя очень прошу. Двойку не получается показать. Не-не-не-не-не, братан. Ты же сдохнешь сейчас. А мне на тебе еще тестировать, блядь, эту ебаную однерку, на. Вот она, видишь, то, короче, загорается. Не стоит, сука, вертится она. Пес такой, нахуй, блядь. На месте не сидит, шило в жопе, на. Есть еще, конечно, много чего знаю, чем можно показать, просто сейчас вот, блядь, с мыслями собраться не могу. У меня есть сейчас забавный видосик. Я вам чуть позже его покажу после нома, как убьют нома. Он коротенький. Можно, в принципе, его запилить вообще в куб какой-нибудь, если бы кто-то умел, знал там. Под музыку прям сразу прям две мелодии напрашивается. Да ёпта. Может, надо левее брать немного. Давай, давай быстрее. Кстати, да, вот еще есть видос. Ну, точнее, не видос, а просто мои эти... Вот эта кьюшка. В некоторых данжах, то есть при получении урона, она должна тебя заводить в инвиз на 6 секунд. То есть в дарке это очень мешается. Это раз. А также она работает криво. В некоторых данжах, то есть не на некоторых боссах, когда ты этой хвенью уходишь, пытаешься, точнее, заинвулиться, ты инвулишь. Если не инвулишь, тебя отбрасывает. Если инвулишь, тебя в инвиз не заводит. То есть тоже вот это вот самый яркий пример, это данж, короче, Белые горы. Точнее, не данж, а здесь посмотрим. Вот, алтарь восхищения. Это босс, такой прыгающий чакан, или как-то так его название было. То есть на нем это очень часто происходит. То есть... Да нахуй ты его добил, овца ебаная. Смотри, съебать, вы что, боты что ли, блядь? Нахуй вы сюда забежали? Че, ебанутые что ли? Три в натуре прям, блядь, сука, и канал хуй сменишь. Ну, в общем, ладно, там, ребят, был видос, просто сейчас, ну, надо это повторять, если у меня не получается. Возможно, типа, вот, это хорошо, что не повторяется. Вот я вообще хотел бы, чтобы этой хрени не было. Потому что эта хрень возникает и довольно часто. В общем, такие пирожки. Такой вот, ребят, коротенький видосик. Немножко погорел я, выплакался, так сказать. Наворчал вам тут на эту игру. Ну просто реально так и есть. Вот эти, блядь, убогие картинки, это пиздец, на.
То есть, ну, блядь, школьник от руки, ебать, рисует десятилетнего. Ну, серьезно, вот человек, который увлекается рисованием, он вот такое может, блядь, рисовать, нахуй, лет 8, но. И они просто вот это все выкладывают сюда. Нахуя? Вы даже, блядь, не спросили ни у кого. Я не хочу на эту дичь смотреть, но. Да нахуй черный экран, ебать, куда интереснее, чем, блядь, смотреть вот на эту залупу, ну, с такой рисовкой, блядь. А где этот Хонь Сакын, где, блядь, написано, она у него на груди, типа, блядь, он самый охуенный мастер, блядь. Ну кому это нахуй? Мне вообще не интересно на это смотреть, ну. И убрать я нахуй это никак не могу, ебать. Просто вот, обязали меня смотреть на это. Да нахер вы нужны, ебать. Черти, блядь. Рисовка, где на торт этот чуть не роняет. Вы вообще ебало ее видели, но? Просто, блядь, ужасно. Это реально, как, блядь, вот сержант Графова не у меня, нахуй, так же и там. Все это, блядь, абсолютно там же, нахуй. Ладно, ребят, закругляюсь, короче. Всем счастливо. Всем пока.